Всем привет! Здесь мы собираем конструкторы от Lemma Toys, и сегодня соберем самолет Орлан. В набор входит клей, наждачка, две резинки, 154 детали конструктора и подробная инструкция. В этой инструкции вы увидите перевод всех обозначений на 16 языках. На восьмой плашке вы найдете набор запасных деталей, которые могут случайно сломаться при сборке или износиться во время игры. Для удобства каждая деталь в плашке пронумерована. А для таких неровностей используем наждачку. Детали, помеченные крестиком, в сборке не нужны, их можно выкинуть. Обращаем внимание на расположение деталей. Здесь максимально совмещаем круглые отверстия.
Постарайтесь максимально совместить отверстия. Убираем излишки клея, а также убираем неровности от сцепок. А чтобы вращательный механизм лучше работал, смазываем парафиновой свечой. Детали под номером 32 вставляем по аналогии. Деталь посередине отличается от детали по бокам. С другой стороны клеем точно так же. Деталь с надписью не приклеиваем. Отметки на деталях и корпусе должны совпадать. Петельки заводим аккуратно, чтобы не сломать пружинку.
другой стороны делаем то же самое. Обращаем внимание на отличие деталей. Второе крыло собираем зеркально. Петелька с этого края короче остальных. С другой стороны делаем то же самое. Эта петелька короче.
Второе крыло собираем зеркально. Обращаем внимание на расположение деталей. Второе крыло приклеиваем по аналогии. Отметки на деталях должны соответствовать отметкам на крыльях. С другой стороны делаем то же самое. А теперь запускаем механизм. Нажимаем на выступающую деталь снизу, делаем до 70 оборотов по часовой стрелке. При этом механизм должен издавать щелчки. И для спуска нажимаем сверху. Если вдруг у вас порвалась резинка, вы легко сможете ее заменить. А также, если в процессе игры что-то сломалось или износилось, то вы тоже сможете это исправить. Поэтому после сборки не выбрасывайте запасные детали.
Старую резинку вы можете сохранить как запасную или добавить в механизм. Таким образом, механизм с двумя резинками будет вращать винт мощнее, но не так продолжительно, как с одной резинкой. Готово! У собранной модели вращаются колеса, воздушный винт на резиномоторе, двигаются закрылки, элерон, руль направления, руль высоты и открывается дверь. Есть возможность заменить резинку и хрупкие детали. Чтобы посмотреть или заказать этот и другие конструкторы, переходите по ссылкам в описании. Подписывайтесь на канал и соцсети LemmaToys. Пока-пока!